Да, я не страдаю, я просто...
Я видел вообще с утра. Ты не подходил, потому что мы не смогли. А я... Напишем. Это не смог. Включай камеру, да, мне надо провод перекинуть, не надо не работать. Не сдвигание, да. Нет, это не придет. Ты не заодно там? Конечно, нет. Будьте добры, у нас тут прямой эфир, спасибо большое. Конечно. Чего, они сказали, можно? Ой, это опасики. Не, не одна. Здесь нужны. У меня провод другой. Давай. Я вот там в бугре. Я ждал, что-то подъехать. Вот ребята стоят, они соображают. Что, они стоят? Я вторую батарею заткнул. Уважаемые, вы достали глубоко. Правда. Уходите, да? Да, я, Володь, да. Давай. Володь, назад немножко, отойди, я попрошу. Извини. Все, Левик. Вынимай. Аппарат, я вообще не знаю. Надо ее переключить и все. Ну ладно, я вас выгибаю. Что же вы так? Ну давай, поставь вас дать. Невозможно было остаться дома.
пожалуйста, отойди. Давай.
пожалуйста, отходи. Репортеры, можете, пожалуйста, камеру подвинуть, чтобы выходить? Людей сделать. Сейчас я снимусь. Наоборот, чтобы они не смогли. Они там висят, у меня жена не там. Те, кто вас зашли, пожалуйста, отходите. Да, сейчас это дальше, потому что все плавно.
Thank you.
сам пожалуйста. Потому что отсюда шел стук.
сейчас, так что вот зажил цветы, идите к нам. Давайте.
Екатерине, Екатерине Михаилу Атали, Екатерине Евгении Татьяне, а не Екатерине Татьяне Павлане, Екатерине Екатерине Михаилу Атали, Екатерине Татьяне, Андрею Олеге Татьяне, Андрею Павле Татьяне, Алексей, Наталье, Кристине, Алексею Владимировне, Александре, и прочие, и семена, ты, Господи, весь эти свинно убиенные, вот и помолимся. Всякое прегрешение вольное и вольное. Помолимся, помилуй. Они разумеют предстать и страшного престола Господа славы. Господу помолимся, плачущий, болезненный, ощущающий престол утешений. Господу помолимся, помилуй. Отпусти болезни, печали, воздыхания. Же пресещаем все Духа Божия, Господу помолимся. Я благодарю наши чередушки, вместе светлые, вместе злачные, вместе покойные, и держите праведные пребывают, Господу помолимся. Александра Дмитриевна, Константина
Православных христиан, вы же простите им всякому прегрешению,
Больному и не больному.
чеченские заключения, они... Нашей Богородице и Пресвятой Девы Марии, силою честного и животворящего креста, святых врачей, чудотворцев и сребреников, Кира Иоанна, Козьмы и Дамиана, великомученика и целителя Пантелеимона, преподобного Агапита Печерского, святителя Крымского Луки и всех святых целителей,
исцели братьев и сестер наших. Кирилл Алексей Святой Ольги, Инны, Аллы, Николая, Павла, Александры, Павла, Инны, Елены, Альберта Николаева, Вячеслава, Савелия, Юрий, Дмитрий, Ильи, Романа, Романа, Екатерины, Елены, Дианы, Дарьи, Дарьи, Николая. Алексей, Романа, Алина, Оксана, Юлиани, Романа, Камила, Ильи, Инны, Екатерины, Ольги, Вячеслава, Дианы, Татьяны, Романа, Марии, Елены, Марии, Марии, Елены, Елены, Алексея, Ольги, Алена, Екатерина, Оксана, Наталья, Тимур, Елена, Наталья, Сергей, Максим, Евгений, Елена, Владимир, Евгений, Кирилл, Тимур, Екатерина, Наталья, Владимир, Валерия, Николай, Павла, Диана, Сергей, Геннадий, Наталья, Екатерина, Альберта, Диана, Николай, Елену, Павла, Дмитрия, Ирину, Екатерину, Ольгу, Павла. Алина, Светлана, Юлия, Маргарита, Юрий, Елена, Елена, Наталья, Алексей, Елизавета, Дмитрий, Алексей, Мария, Илана, Елена, Анастасия, Надежды, Анжелы, Анна, Андрей, Анна, Наталья, Светлана, Олега, Ели, Дмитрий, Ярослава. И прочих раненых братьев и сестер наших, их же имена ты сам ведаешь, и ракти, ранами и недугами уязвив, отстави от них всякую рану и болезнь, утеши их надежду и натя, верой православной укрепи, услыши, Господи, воздыхание сродников их, и нас, о них молящихся, да восставшие со дна болезни послужат и поработают тебе и прославят тебя, исцеляющего и врачующего всех, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Спасибо, Господи, братья и сестры, за молитву, не забывайте, что мы должны быть сильны и духом и телом. Духом особенно сильны, дух оживотворяет тело. Поэтому то, что мы здесь с вами молимся о наших собратьях, почивших, тех, кто нас заслонил своим телом, своей душой, отдал жизнь за нас, это великое дело. Будем молиться у раненых, чтобы они быстро встали на ноги. Русский народ единым фронтом противостоял всему, чтобы никогда мы не сдавались, когда против нас ополчается темная сила, чтобы ни грех, ни страсти, ни какие-то прочие ужасы мировой закулисы на нас не действовали. Дай Бог нам победы на фронте видимом и невидимом. Упокой, Господи, души усопших раб твоих и исцели раненых и страдающих. Да хранит вас все Господь, да хранит Господь Россию. Спасибо за молитву. Сюда.
что вам говорить? Thank you.
греческий рух. Это ценно. Но сегодня, когда они когда поступают в лицензию, им явно выдают на ребятку другую. Не лучше работать, чем у нас. И мне недавно объяснили. Почему? Не знаю, что там другого. Другого, Ваня. Давай посадим туда. Слезы так, вот еще. Вот как, нормально? Тубик. Да, тубик. Куда? Вот именно. Where more than 130 people were killed.
killed by government on Friday. У нас вообще-то всех залило. Ну, чуть-чуть еще идут русы, от него куда-то будет. Еще один вечер. На минутку буквально. Здесь надо сделать, сначала хотел купить, Заходите налево, пожалуйста.
outside the Crocus City Hall, just outside of Moscow, where on Friday night, more than 130 people were killed by gunmen and are on a rampage. Well, this is the huge memorial that's sprung up outside the Crocus City Hall, outside Moscow, where on Friday night, gunmen... sprung up outside the Crocus City Hall near Moscow, where on Friday night, gunmen killed more than 130 people. You can see thousands of Muscovites and other Russians have come out to pay their respects. Inside. The concert venue as the gunmen went on a killing rampage. Investigators say there were terrifying scenes inside the concert hall as the gunmen went on a killing rampage. Investigators say all four men suspected of carrying out the attacks are now in custody. Emergency workers remain inside, sifting through the debris, the rubble of the building, to try and find more victims or bodies. Yes, okay.
Пожалуйста, не кладите цветы в кучу. Цветы начинают падать. Давай, сейчас мы попробуем.
Я даже через Вегас зашел. Да. А, нормально. Я уже все прошел. Сколько есть там? Прямо назад еще подогревался и вот просто не говорил. Нет.
Какой, да? Мужчина на грязи. Чай даю. Thank you.
Thank you.
пришел? Пожалуйста, не кладите цветы в кучу, они падают и по ним ходят люди.
Еще бы постояли. Пожалуйста, не кладите цветы, игрушки в кучу. Они все падают. Отнеситесь с уважением к другим людям. Вот, по бокам. Thank you.
других. Да. Сейчас, не кладите, пожалуйста, не грузите, места уже нет.
Люди, положившие теперь, пожалуйста, не создавайте толпу, что я освободите место. Yeah, that's why this one. I didn't like the gear. You sure? Какие шары большие были. Одень куртку. Одень куртку, молодая гвардия. И все. И все ворота открыты. Лопатки, цветы, игрушки можно оставить белый часть. Пожалуйста, проходите все туда. Ваша, да?
там. Нет, это за один потом. Нет, там другие консервы. Видишь, там целая копна. Ну, забыл, у нас привезли. Принесли, но забыл, привезли. Две девушки. Две копны принесли. Один поменьше, второй вот так. Да, там вот так и пойдем, там вот так. Да. Там так и пойдем. Сейчас.
начальник Единой России в Думе. Ну, а я что? У меня тут камера на прямом эфире. Поэтому... Нет, Василий. Я не про всех, я вот командир. Опять попробуешь. Так уже такие. Холёные. А вы знаете, что там за баночка какая-то? Не слышишь, что вот там? Какая за баночка? Поджигать будут. А, там типа свечки, да? Ребят, вы сюда вряд ли зря толкаете, они собирают отсюда хапками и уносят. Так, освободите людей. Проявите уважение к окружающим. Он выходит? Да, вдоль забора. С левой стороны мемориала волонтеры в красном курсе попал. Жа, началось. Да. Они рядом. Видно такие. Сложные положены меня прочерчивать. Так ты мне мешаешь?
Thank you.